И всем кул, вы на канале Дизлайн, и сегодня у нас будет новый топовый видосик, а именно сегодня я вам покажу мои читерские триггеры и как я их топово сделал, вы будете в шоке. Это такая будет мини-обучалочка, ну и очень топовый видос. Вы после этого видео будете в шоке, я думаю, потому что, ну, это действительно можно считать за легальные читы, за них, кстати, не банят, поэтому это очень полезный видосик, я думаю, что у кого есть, то пользуйтесь. И все действительно думают, как будто я катаюсь с ПК или как будто я с какого-то айпада, потому что я так двигаюсь и даю такие жесткие оттяжки, обязательно загляните, ведь это очень жесткий видосик, и после этого видео вы сможете также тащить. Но перед началом видосика, пожалуйста, поставь лайк, для тебя это всего лишь одна секундочка, если честно, то я уже не вижу той старой активности и старой поддержки от вас, когда вы ставили очень много лайкосиков. Ну то есть действительно для тебя это всего лишь одна секундочка, а для меня это большая помощь каналу, и с помощью ваших лайков и комментов из 5 слов, то видосик выходит в топ. Большое спасибо тем, кто поставил лайк, подписался на канал и написал любой коммент из 5 слов, спасибо вам. Итак, помните, на днях я снял видосик о моем новом телефоне и все функции, и этот видосик вам зашел, и вы действительно были в шоке от того, что есть в этом телефоне, и убедились, что телефон действительно классный. И вы увидели там одну штучку, ну, то есть я вам ее показывал, это как триггеры на телефоне, то есть как будто я катаю 4 пальца на телефоне, и это действительно имбовые штучки. Я сделал такие топовые настройки, что это можно посчитать за легальные читы, и все думают, что я катаю как будто с ПК или с айпада, ну то есть на турнирах я очень-очень жестко выношу всех. Итак, давайте же я вам наконец покажу, что я поставил и вообще как я катаю в 4 пальца, и это очень имбово и очень топово, вы бы знали, насколько сильно помогает, когда вы катаете в 4 пальца. Даже Смайл катает в 3 пальца, и это действительно ему помогает. Но я даже катаю в 4 пальца, и я могу садиться и стрелять, или там прыгать и стрелять. А Смайл только может прыжок делать, когда ему нужно в ближнем бою это сделать. Итак, что же я сделал? Я поставил левую кнопку для того, чтобы я мог садиться, то есть садиться и стрелять. И это очень сильно помогает в ситуациях, допустим, в домах, ты можешь садиться и вставать, и помимо этого еще и стрелять. И правой кнопкой я поставил для того, чтобы я делал прыжок, то есть это тоже будет помогать в ближнем бою, допустим, я прыгаю и даю хэдшот, то есть как на ПК. И у кого тоже есть такие штучки, или они их купили, ну то есть они как бы есть еще и накладные, то можете ставить точно так же, как я, и тащить точно так же, как я, то есть в 4 пальца. И вы только взгляните, как я стал катать с нового телефона. Это что-то с чем-то. Я такое ощущение, как будто двигаюсь с ПК. Предлагаю вам сейчас только взглянуть. Это всего лишь минуточка где-то. Ну что, как вам моя игра в 4 пальца? Оцените, пожалуйста, в комментах, напишите любой коммент, но обязательно из 5 слов. То есть Дизлайн, мне очень понравился видос и как ты катаешь в 4 пальца, что-то типа того. Надеюсь, вы мне очень сильно поможете для того, чтобы видосик вышел в топ. Ну то есть это лайк и коммент из 5 слов. Кстати, я буду снимать хайлайты, поэтому я думаю, что следующий видосик вы зайдете, чекните и меня оцените. Мне будет очень важно ваше мнение. Также в следующем видосике будет, возможно, кодовое слово на алмазике, поэтому обязательно заглядывайте на следующий видосик, потому что там будет большая халява. Ну а сейчас хочу пожелать всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.